Окрошка. Традиционное блюдо русской летней кухни. Представляет собой холодный суп. Это очень вкусный суп, который едят, который заправляют квасом, кефиром, закваской. В летнюю жару, последние месяцы лета на Синокосе очень востребованы такие блюда. Потому что в жаркую погоду очень тяжело есть горячие блюда. И окрошка является очень вкусным и охлаждающим средством. Первое упоминание. Люблю после синокоса окрошечки. Давай. Первое упоминание окрошки было зафиксировано в 17 веке в работах Николая Осипова. Но окрошка своими корнями уходит в глубокую древность. Я даже не читаю. Сегодня готовил шашлыки. Я честно, я не знаю, это армянское, не армянское блюдо. Ну, вроде постоянно армяне готовят. Покупаешь где-то, ну, стоишь и живут армяне. Сегодня у нас будет свинина. Я думаю, все же ели когда-то шашлыки. Это не новое блюдо, как из Африки, либо что-то еще. Поэтому я просто желаю всем хорошего аппетита и все. Спасибо. Это традиционное русское блюдо. Мы его готовим и будем готовить. И оно нам очень нравится. Приятного всем аппетита! Армянские блюда. Thank you.
Че, Кроха заходит? Домой заберу. Олег, а Кроха заходит? Никит, открываем ресторан у Металлурга. Хоть час, конечно.